Друзья, всем привет! Вы на канале Тот Самый Шашлычок. С вас подписка и лайк. У меня вкусные рецепты различных блюд. В сегодняшнем нашем меню курица в быстром соусе. Ну, это тот момент, когда к вам едут гости или просто хочется побыстрее что-то вкусное покушать. Что будет входить в наш маринад для нашей курицы? Здесь, кстати, у меня две обработанные курицы. Сейчас на мелкие кусочки порежу порционные, которые мне пригодятся для нанизывания на шампура. 3 килограмма, по 1,5 килограмма каждый пленок. Что нам понадобится в наш маринад? Томатная паста и сметана 10%, по 4 ложки я уже смешал. Соль по вкусу, здесь получается 2 чайных ложки паприки, 1 чайная ложка пряного черного перца молотого, 1 чайная ложка молотого кориандра и 1 чайная ложка молотый чеснок. Также пол чайной ложки, чуть больше, кейнский чили, острый перчик. Все, приступаем к нарезке и маринованию. Мясо на шампурах, передвигаемся на мангал. Будем жарить, все показывать, как, сколько, как проворачивать, чтобы не засушить и не сгорело мясо наше. Было сочным и вкусным. Жирок капает, мясо жарится. Так, как я и говорил, небольшие куски, они уже готовы. Главное не пересушить. Да? Эти снимаем. Мякоть. Шикарно. Так, ну что, снимаем с шампуров мясо, пробуем. Угу. Сочное, как я и говорил. Вкусное просто.
Перчик чили прям в тему здесь. Не жгет такое. Легкое жжение, легонькое. Так что пользуйтесь рецептом. Под видео в описании рецепт я выложу. Как сделать маринад для любого шашлыка за 15-30 минут замариновать мясо. Ну, желательно свежее мясо. Ну, а с вами был я, тот самый шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.